Вот, но это то, что я вот хотела рассказать вам про аппаратуру. Значит, теперь, что касается мини-резектоскоп, мы вам показали. Опять-таки, хочу рассказать, что мини-резектоскоп, конечно, давайте мы куда-то встанем, чтобы пациентку могли вывести, мы никому не мешали, да? Мини-резектоскоп был придуман не для того, чтобы вы каждый день мы делали в стационаре какие-то крупные резектоскопии. Конечно же, это инструмент, который для того, чтобы использовать его в офисных условиях. То, что я вам показала, урожавшей женщине можно совершенно спокойно пройти этим мини-резектоскопом в полость матки, не фиксируя шейку, как мы работаем с офисными инструментами. Какие-то маленькие узлы, маленькие полипы, перегородки, единичные синехи мы можем рассекать этим инструментом замечательно. Можно делать под местной анестезией, это имеется в виду парацервикальная блокада, допустим, нарапином. Вот я делаю нарапином парацервикальную блокаду для особо чувствительных пациенток. Некоторые пациентки вообще не хотят никакой анестезии, они совершенно спокойно переносят очень короткую операцию, потому что эта операция длится, ну, там, 5 минут максимум. Поэтому у кого особенно есть навыки в выполнении офисной гистероскопии, они очень легко освоят вот этот мини-резектоскоп. Единственное, конечно же, немножко дорогостоящий получается аппарат, но у него преимущество какое? У него есть, вот вы видели насадку, рабочий элемент резектоскопа. У него есть еще точно такой же механический операционный канал, через который можно проводить ножницы, щипчики, различные электроды, вот эти тоненькие, которые проходят через операционный канал, и биполярные, и монополярные. Можно этими игольчатыми электродами делать, срезать какие-то полипы, рассекать что-то, и перегородку рассекать, и синехи, и так далее. Поэтому есть очень большие возможности этого инструмента. Единственное, конечно, как с любой оптикой, там очень тоненькая оптика, надо очень аккуратно обращаться, чтобы он быстренько не вышел у вас из строя. Поэтому в каждодневной практике, он у меня есть, этот мини-резектоскоп, я его использую для каких целей? Пациентки с бесплодием, пациентки не рожавшие, которым нужно что-то небольшой объем сделать, пациентки с пороками развития и пациентки, которые не живут половой жизнью. Те, которые не живут половой жизнью, мы им делаем гистероскопию под внутривенным наркозом. Как мы делаем эту операцию? Там надо, нельзя нарушать девственность. Многие отказываются от этого. Поэтому мы вводим этот мини-резектоскоп во влагалище. Маленьким зажимом под контролем мини-резектоскопа мы фиксируем шейку и так входим в матку. Потому что у нерожавшей пациентки, у пациентки, которая не жила половой жизнью, не зафиксировать шейку матки, не зафиксировав ее, очень, почти невозможно войти в полость матки, очень сложно. Можно долго мыкаться и ошибиться. Поэтому можно взять либо таким длинным зажимом по типу, господи, при влагалищных операциях мы используем, вылетел из головы. Либо если у вас есть тоненькая, длинная, маленькая пулевочка, можно взять маленькой пулевочкой и работать вот этим мини-резектоскопом. Ну а так, если говорить об офисной гистероскопии, конечно, с моей точки зрения, самый уникальный инструмент – это трофископ на сегодняшний день. Хорошие, конечно, все инструменты у Стефана Битоки, но трофископ, мне кажется, он вот в плане офисных дел, в плане офисной гистероскопии, гистероскопию пациенток с синехиями. Это самый уникальный инструмент, без которого на сегодняшний день представить себе работу гинеколога. Но вот с моей точки зрения практически невозможно, потому что куда бы я ни приехала, мне все время показывают или готовят пациенток с внутриматочными синехиями. Конечно, самая большая проблема, вот вы все, гинекологов много сидит в зале, все практически гинекологи, вы все знаете, да, что настоящий синдром Ашермана – это наш бич, это наша боль, это та проблема, с которой мы пытаемся бороться, не всегда успешно, очень сложная операция, а еще сложнее потом восстановить, потому что мы матку можем создать, но восстановить эндометрию – это еще следующий шаг, которым нам должны помогать наши смежные специалисты. Поэтому очень сложная проблема. И я всем говорю, если к вам приходит пациентка с внутриматочными синехиями, вы собираете ей делать гистероскопию, никогда не начинайте гистероскопию с расширения шеечного канала. Вы обязательно получите серьезную проблему для себя, для пациентки. И вы не решите проблему ее. Хорошо, если вам повезло, у нее синехии наверху, но тогда у нее не будет настоящего Ашермана. У нее не будет аменореи или гипоаменореи. Да? Поэтому чаще всего ведь начинается, особенно когда есть гипоаменореи, аменореи, значит, у нее есть в нижней трети, в шеечном канале есть синехии. Начиная вводить маточный зонд, который надо вообще убрать из операционного гинеколога, с моей точки зрения, и кончая расширителями, вы можете не туда попасть. Поэтому надо начинать работу только с офисного гистероскопа. Вы смотрите, где вход в канал.
Вы потихонечку продвигаетесь. У вас есть щипчики тупоконечные, у вас есть ножнички остроконечные, тупоконечные. И с помощью их вы создаете себе канал. Плюс, если есть пациентки, у которых практически аменорея, но периодически бывают скудные какие-то кровяные выделения, я сегодня уже докторам говорила, вы берите их, этих пациентов на гистероскопию только тогда, когда у них есть вот эти кровяные выделения. Кровяные выделения для вас будут ориентиром. Это тот млечный путь, по которому вы будете двигаться, для того, чтобы понимать, что вот по ходу кровяных выделений точно вы попадете в какую-то область полости матки. Поэтому вот это самая сложная болезнь, которая, конечно же, лучше трофископа никто нам помочь не может, потому что вы знаете, у трофископа у него особенность какая? Потому что у него есть тубус наружный, который выдвигается вперед по типу мандрена и задвигается. И у него есть канал для подачи жидкости, который совмещен с оптикой. И все это вместе составляет, вот оптика вместе с каналом для подачи жидкости составляет всего лишь навсего 3,9 мм. 3,9 мм вам позволяют точно понять, в какую сторону вы двигаетесь, чтобы не сделать ложный ход. И потом уже, когда вы понимаете, что вы двигаетесь в сторону полости матки, тогда вы уже можете по этой оптике выдвинуть наружный тубус, который вам позволит дальше уже продолжать работу очень адекватно, и вы будете понимать, где вы находитесь. А этот наружный тубус, он как ничто иное, как операционный канал, который вам поможет ввести дополнительные инструменты, которые позволят выполнить операцию. Ну вот, наверное, коротко то, что бы я вам хотела сказать, что касаемо гистероскопии, соответственно, тем вопросам, которые мне задавали сегодня. Если у вас есть какие-то вопросы, я готова ответить. Мы сейчас готовим вторую пациентку. Я не знаю, если вам докладывали пациентов. В зале нас слышно? Да, слышим. Да, хорошо. Если вам докладывали пациентов, следующая пациентка в постменопаузе, субмукозной миомой матки, жалоб, я еще с пациенткой не беседовала, сейчас побеседую, но вроде бы со слов докторов жалоб у нее нет, но все время на ультразвуке видят какое-то образование в полости матки. Поэтому вот наша задача посмотреть, что это такое. Что еще, что бы я еще хотела сказать? Сегодня мы работали биполярными резектоскопами. Мы используем физиологический раствор как самый безопасный в плане применения гистероскопии. Но мы должны помнить, да, что даже у самого безопасного могут быть проблемы. Поэтому наша задача следить за тем количеством жидкости, которое мы используем, следить за давлением, следить за тем, где мы находимся и сколько мы используем жидкости. Поэтому вот должно быть внимание, внимание, прежде всего внимание, чтобы не переборщить. Не надо долго делать операции. Плюс, что я еще хотела сказать. Сейчас я вам покажу, когда мы будем работать в следующей пациентке. Биполярный резектоскоп. Мы сегодня работали 15 шарье, 26 шарье. Вот у биполярного резектоскопа, для того, чтобы у вас картинка была полноценной, нужно, чтобы была оптика 12 градусов. Про это тоже не забывайте. Так как у нас здесь нет второй оптики 12 градусов, сейчас мы будем работать... 12 будет, да? Да, мы работали с 30-градусной оптикой, она немножечко с усеченным каналом. Вот сейчас нам дадут 12 градусов, вы поймете разницу в картинке, разницу в обзоре, в обзорной картинке, которую мы видим, каким образом мы видим полость матки. Что касается осложнений, немножечко начнем говорить про это. Я сегодня уже вот анестезиологам сказала и докторам сказала, да, очень важно положение пациентки на операционном столе, когда вы делаете гистероскопию. Во-первых, ноги должны быть у нее приподняты. Они не могут находиться в таком же положении, как при лапароскопии. Если вы будете ноги укладывать так же, как при лапароскопии, в спавшемся состоянии, у вас доступ к матке будет ограничен, доступ к шейке будет ограничен, потому что совершенно другое положение бедер. Все немножко анатомически поменяется, и вам будет очень тяжело работать. Поэтому ноги должны быть практически под углом 90 градусов уложены на гинекологические вот эти подставки для ног. Это первое. Второе. Зачем вы должны всегда следить? Особенно, если вы совмещаете лапароскопию с гистероскопией. Нельзя делать гистероскопию, если пациентка находится в положении Тренделенбурга. Это будет очень опасная ситуация. Ваша задача всегда следить. Вот я сегодня анестезиологу сказала, следите сами, когда вы даете наркоз для гистероскопии. Они могут длиться иногда и долго.
разные бывают ситуации, разные бывают хирурги, поэтому голова у пациентки должна быть немножечко приподнята, головной конец должен быть немножко приподнят в сравнении с тазовым концом. Поэтому это тоже определенная ваша безопасность. Поэтому если еще будут вопросы, тогда я отвечу.